Сонечка, вставай. Соня. Сонь, ты где? Сонь! Наша дочь пропала! Чего? Сони нигде нет! Может, Настя что-то знает? Давай, давай. Позвони Насте. Вчера? Вчера, да. А во сколько? Днем в школе. Настя, если ты что-то узнаешь, срочно позвони нам. Хорошо. Настя ничего не знает. Так, поехали в полицию. Да, поехали. Соня пропала. Я должна найти ее. Блин, я, кажется, тут уже была. По-моему, я заблудилась. А, у меня же есть телефон. А, вот где я. Ого, я так уже далеко ушла. Пора возвращаться. Соня, слава богу, что я тебя нашла. Как ты здесь очутилась? Ты заставила нас поволноваться. Мне приснилось, что ты тут, и ты тут. Сонь. У тебя. Но все равно это было страшно. И, кстати, почему ты сбежала из дома? Я не помню. Помню только одно, что родители меня вчера наругали, а потом я сидела на окне с телефоном, и меня звал какой-то голос. Но куда я звал, я не помню. Может быть, ты ушла из-за того, что тебя наругали? Нет, я бы так никогда не сделала. Родители меня очень любят. Они бы сошли с ума от волнения. Тогда как ты очутилась в лесу? Да не помню я. Слушай, я пошла домой. Я сегодня из-за тебя школу прогуляла, устала, замерзла как собака, еще и в обморок упала. И, кстати, как я оказалась у тебя дома? Я тебя притащила. На руках? Из леса? Сама?